приготовить землю для посадки, нужно взять крупнозернистый песок и хорошо его просеять. Берется дерновая земля, ну а мы использовали кротовины очень хорошо для грунта, который готовим. И две части торфа или земли для рассады. Это у нас земля специально для посадки куплена. Покажу, как она выглядит. Кроме той, что вы видите вдалеке, есть еще одна. И добавить надо золу. И добавляется древесная зола. Ее, конечно, лучше просеять, потому что там есть и древесный уголь. Вот так выглядит грунт, который готовим из составных частей. И такой грунт очень хорошо и для комнатных растений, и для рассады. Но хочу предупредить, что если сажаете комнатные растения, типа суккулентов, кактусов, то песка надо две части, а торфа одну часть. Поэтому нужно смотреть каждому растению, нужен определенный состав грунта. А это у нас общий. Грунт получается легкий, хороший, но советую еще его обработать. Можно на водяной бане, можно немножко прокалить, а можно обдать кипятком при посадке. Thank you.